Она была гораздо страшнее, когда была вдалеке. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Poppy Playtime Chapter 3. Мы разобрались с вами с домиком, милым домиком, и что будет дальше, кто его знает, играем. Воу, 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 воу. Что-то плохое явно. Обычно это бобо, но вдруг... А, здесь это просто пугашка. Сохранение. Коридоры, блин, длинные. Это всегда не к добру. Что? Надо спрятаться. Мы не можем. А, он сам поднимется. Давай, давай, все, наверх. Погнали. Все. И мы снова в этот дом дебильный зашли. Устал от тебя. Да, все закрыто. Интересно, чьи все это дети? Или их реально в нейросети просто сделали? Опа, загрузка. Блин, я все в ожидании, когда эта тварь на меня выскочит, чтобы убегать начать. Мы вышли. Мы вышли. О! Кто это, Хаги? Нет, нет, пусти! Это Кисси. Все хорошо. Мы пришли, чтобы помочь. Поппи, тварина, из-за тебя мы здесь оказались. Тут она становится особенно тревожной. Хорошо, что Олли помогал тебе все это время. Мы нашли тебя только благодаря ему. Похоже, крушение поезда нас обоих потрепало. Тебе пришлось через многое пройти. Я должна тебе все объяснить. Пойдем. С тобой, с нами все будет в порядке. А какой маленький рычажок. Специально для нее. Секретный люк. Я что-то думал, что Кисси будет тоже нашим врагом, она оказалась добренькой. Но в целом она может нас уничтожить. Послушай, я тебе не враг. Я не могу позволить тебе уйти. То, что происходит там внизу, гораздо важнее наших жизней. Без тебя я не справлюсь. И теперь мы можем отомстить всем монстрам, которые пытали тебя, которые пытали нас. Но они были не одни. Они лишь следуют за своим вожаком, прототипом. Почему ты думал, что мы вниз поедем? Окажешь нам честь? Оп! Плюхнулась так. Ага, мы снова включили электричество. А кто же тогда такой Олли? Прототип уже знает, что мы идем. Если попытаешься сбежать, он тебя убьет. Ты даже не успеешь добежать до двери. Это из-за него я была заперта в этом жутком ящике. Ты даже не представляешь, на что он способен. Позволь мне помочь убить его. Позволь мне помочь всех спасти. Мы все видели, что тебе под силу. От твоих рук погибли и Хаги, и мамочка. Тебе я обязана свободой. Ты для этого идеально подходишь. Скоро появится код ремонт. Он последнее препятствие, которое прототип подготовил для нас. Нам здесь нельзя оставаться. Береги себя. Олли позвонит. Я вошел?
Но тут же Кисси, она может нам помочь. С ней было бы удобнее сражаться вместе. Нет, они, конечно же, будут там, наверху. Чилить. По головке ее погладить. О, а вот и Олли. Привет, это снова я. Похоже, Поппи все тебе объяснила. Как ты это узнал? Кстати, она включила запасной генератор для купола. Дальше план достаточно простой. Нужно восстановить электроснабжение в зоне добычи газа. Сперва вернись в уже знакомый тебе дом, милый дом. Там ты найдешь большой шнур питания. Он будет рядом со входом. Подключи его к питанию под статуей. Идти опять в дом, милый гребаный. Там я найду шнур питания. Че? Слышите, пищит. Вот это что ли? А, вот да. Хорошо, что не нужно в него заходить. Итак, под статуями будет коннектор какой-то. Привет! Я Бобби Обнимашка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Милая, заботливая душа Бобби, Мишка-обнимашка показывает сострадание для всех и для всего. Люди, для людей, мест и вещей, больших или маленьких. Все получают ее любовь. Каждый удостаивается ее внимания, и, в общем, и также и она получает взамен радость. Окей. Это про каждого персонажа, да, получается? Привет, я цыпленок Пинака. Может, погуляем на улице? Ну-ка, мы можем открыть? No. Слушайте, пищит. Пищит. Где-то вот с этой стороны как будто пищало. Погодите, нам нужно вот сюда вниз. Насколько длинный этот провод? Здесь пищит. Куда же нам? В куда же нам воткнуть-то? А, вот, все, хорошо. Круто, гляди! Помнишь генератор в доме, милом доме? Это был запасной генератор для этой постройки. Такой должен быть в каждой. Тебе удалось перенаправить резервную энергию дома, милого дома, сюда. Почти готово. Куда идти дальше? Тут везде довольно опасно. Но опаснее всего в игровой. Жуть. Так что лучше всего отправиться в школу. Код Дремот обычно туда не суется. Отправляю ключ. Хорошо, мы идем в школу. Где школа? Это игровая, туда страшно. Ну, наверное, вот эта школа. Погодите, а вот это игрушки? Это был дом, милый дом. Вот это что такое? Это еще какой-то домик? Может быть, это школа? Да, это школа, оказывается. Как всегда, она будет жуткая и находится все в подвале. А какая разница, если сам приют находится под землей? Ну, здравствуй, школа. Жуть. Поторопись. Включи генератор, выйди и вставь шнур питания школы по центру. Только осторожно, у меня вряд ли получится подключить тебя с этой стороны купола. Но у тебя будет компания. Там есть кто-то еще, и они тебе не... Не враги, да? Не враги или не друзья? Час радости... This is Mr. Love.
Это мисс Приятность. Простите, что прерываю. Ученики, оставайтесь на местах, пока не услышите звонок. И не ходите по коридорам, если у вас нет пропуска. Это вот про нее нам говорили, это она нам не враг. Что? Записка? Пару недель назад прошел час радости. Сегодня в школе царит молчание. Не думаю, что хоть кто-то из нас знает, что с этим делать. Теперь, когда в коридорах нет детей, малейший звук становится похож на крик. Мы с коллегами постоянно пугаемся этих страшных звуков. Придется привыкать. Утром входная дверь оказалась заперта. Мы так и не смогли ее открыть. Здесь что? То есть тут все-таки можно найти какие-то записки. Так, а что если вот сюда? Помогите. Кто-то забаррикадировался здесь, прикиньте. То есть вот это все устроил прототип. И всех игрушек, которые сейчас на меня нападают, Каги, мамочка, он заставляет их это все делать. А вот. Но я помню, что мамочка была очень напугана, когда она говорила, что она сейчас станет частью его. То есть, может быть, если она не справилась со своим заданием, то... И умирает, естественно, он... присоединяют ее части, чтобы, ну, не пропадали просто так. То есть и Хаги стал частью его. И сейчас очередь Кэтнэпа. Итак, задание у нас простое. Мы должны с вами найти... переподключить еще одно питание. Черт. Опа, я вижу, там что-то происходит. Нужно две батарейки. Одна из них лежит здесь. И достать ее не, пока непонятно. Ладно, это видим позже. Вот сюда. О, боже мой, это было мерзко. Не надо мне этого. А куда она вот... А, вот дверь, скорее всего, забежала. Да. Минутку. Я тебя знаю. Yes, точно. Вы раньше here. Тут работали. Как ты? Alive. В порядке. Жало? Oh. Ой. Жало говорит, вы ищете коллег. Кота Дремота бы не понравилось, что ты тут. Тебе лучше уйти. Ради твоей же безопасности. То есть я все-таки просто работал здесь, ладно. Я не Эллиот. Опа, мы могем сюда. Слишком длинная шахта. Возможно, что-то сейчас случится. Можем еще дальше пойти. А можем спуститься здесь. Давайте спустимся. С нас не убудет, мы нашли. Хорошо. Так, в таком случае давайте сразу вернемся и отнесем. Или же... А, пойдемте. Долго ходить? Не хочу долго ходить. Давайте сразу все найдем. Ой, я посмотрел только что за пределы карты. И здесь рукоять, если что. То есть возвращаться, скорее всего, мы будем исключительно по шахте. Здрасте. Че у нас тут? В какую сторону мы идем? Твою мать! Я именно и вернулся.
Блин, ну ладно. Пойдемте отнесем тогда. Окей. Как так получилось? Что я перепутал стороны. Я еще подумал, вдруг я перепутаю стороны. Но вроде казалось, что все правильно. И в итоге перепутал их. То есть надо было в ту сторону идти. О, боже мой. Тут, кстати говоря, рукоятки-то уже нет. Блин, я... Что за говно? Я опять здесь. Я просто пришел в ту же самую комнату. Ладно, давайте попробуем сделать таким образом. Мы здесь ничего не находим. Такое ощущение, как будто мы в каком-то... Опа! Мы здесь не были? Ладно. Что ж, берем. Давай, давай, давай. Шустрей. Опа. Кассету искать. Шкафы нет. Какого цвета должна быть кассета? Желтая. Она где-то там. Пока не хочу что-то с ней видеться. Она вроде бы не супер враждебная. Но с другой стороны непонятно. Хотя Оля сказал, что она не враг нам, да? Будем считать, что она не враг. Стоп. Кассета. Есть! Что это? Где дети? Где же дети? Они что? Там же, где и другие сотрудники? Нет. Они в безопасности? Да. Могу я их увидеть? Нет. Это все? Больше он ничего не говорил? Наверное, понимал, что я всех убью. Нет, она, мне кажется, опасность представляет для меня. Это ведь именно она. А это была палка с гвоздями. У нее в руках палка с гвоздями. А чьи-то руки? Смотрите, еще одна батарейка нужна. Добрый день. Добрый вечер. Здесь есть кишка. Вот там. Опа. Теперь я повсюду эти записки нахожу. Мое нутро требует еды. Я думаю только о том, как я голодна. У меня едва хватает сил подниматься с пола. Только жало меня поддерживает. Оно дает мне сил. Я поняла, что если стою неподвижно, совершенно неподвижно, все думают, что я умерла. Жало говорит, что мне нужно поесть, и что другие учителя меня не заметят. Я готова на все, лишь бы голод прекратился. А жало... О чем она говорит? Что за жало? Это постер с подсветкой? Жало — это, случайно, не вот эта палка с гвоздями, которую мы только что видели по телеку? Она будет как Ниган, да? Просто мочить мне голову. Тут и закрыто. Тут и закрыто. Ладно. Ладно. А, мы отсюда пришли. Тогда идем в эту сторону. Как раз таки, куда эта тварина пошла. Черт. Блин. Значит, нам в кишку все-таки нужно.
О, боже. Она же прям в эту сторону пошла. А, ты не так уж и внимательно слушаешь. Прямо как другие люди. Интересно, одинаковые ли у вас крики? Не терпится узнать. Час радости. Блин, нет, 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 нет. А, вот в чем проблема была. Мама. Мама. Это ты? Это она, скорее всего. Здравствуйте, ученики. Найди моих сестер и меня, чтобы узнать любопытные факты на разные темы. Нажми на кнопку, и узнаешь много интересного об анатомии. О, она-то точно знает об анатомии. Интересный факт. Протяженность кровеносных сосудов в теле человека составляет более 95 тысяч километров. Для сравнения, длина земного экватора достигает 40 тысяч километров. Самая маленькая кость в твоем теле — это стремя. Она находится где? Повреждения могут стоить слуха. А, находится вот здесь. Хочешь узнать больше о человеческих органах? На занятиях будьте внимательны. Здравствуйте, ученики. Окей, хорошо, все. И... А, это стандартная головоломка, судя по всему. Блин! О! Я заберу. Какая она стрёмная, мама! Какая она дико стрёмная! Давай-ка побыстрее! Я понял! Пока ты на нее смотришь... А-а-а, какая она жуткая! Пока ты на нее смотришь, она не может идти. А-а-а! Она была гораздо страшнее, когда была вдалеке. Эгоизм — это скверно. А, поднимайся. Вот, появились надписи после смерти. Оказывается, нельзя останавливаться. Где мы? Окей. Забираем. Побежали! Блинушки! Давай, 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 давай. Куда? Сзади откроется или чё? Нет, вот сюда. О! Как она быстро прошла! Там, тама. Тихо, тихо, я смотрю. Быстрей. Быстрей. Тихо, 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 тихо. Гоу! Вот сюда! Чё? Как? Чё по... Ой-ой-ой-ой-ой! Так, я вижу, мы отсюда получим энергию. Чё, я думал, в кишку можно будет забраться. Ладно. Берем. Чёрт! Какая... В какую сторону открывается сюда? Отвали от меня. Куда? Сюда, что ли? Черт! Что мне делать? Или я должен был убежать в другую сторону? Видимо. Че ты от меня хочешь, игра? Куда мне бежать? Я возвращаюсь просто обратно сейчас. О, что-то интересненькое.
Какую? А, я тут был. Блин. Уа! Мама! Стой. Стоп. Кажется, я тупанул. Мне все-таки надо вот... А. Ладно. Я явно что-то заблудился. Мама, мама, куда же мне... Смотрите. А здесь что? Стой, пожалуйста. Блин, мне нужно... Мне нужно питание. А где она? Блин. Питание нужно. Срочно! А! Стой! Есть! Прогресс! Сюда, наверное! Сколько еще бегать от нее? Сколько еще бегать от нее? Два! Два гребаных! А, не подходи, пожалуйста, Пэтч! Сюда! Запитал! Сколько батареек? А, ладно, здесь одну нужно, да? Берись! Хорошо, теперь... Вот так обойдем. Только не подходи близко к ней. Мы можем доставать батарейки? Сейчас сделаем так вот. Нет! Куда ты отшвырнул так сильно, упырь? Ну, отдай. Very good! О, она, кажется, может пройти. Будь ты проклята. Надо, чтобы она зашла. Ей дай волю, нас сразу под... Блин. Черт! Стоп. Надо забежать сюда. Раз, два, три, четыре. Ну, три, четыре. Very good. Very good. Итак. Нам нужно одну и вторую быстренько запитать. У-у-у. Галима, Галима швырнул. Есть. Ты будешь открываться мне? Нет, нет. Сейчас. Через нее надо швырнуть. Не ржи надо мной! Я тут в очень неприятном положении. Ладно, давайте дадим ей пройти. Ничего, ничего, ничего. Оп! Пожалуйста, давайте закончим с этим... А! Э! И наплевать уже, смотрю я или нет! Да пожалуйста! Yes! О! Опа! Не могу взять ее жало, к сожалению. А, спасибо, как я устал. Как я устал от нее бегать. Это было очень напряженно. Че там? Сегодня дверь открылась, и я услышала, как кто-то вошел в мой коридор. Мы с жалом увидели, что нас поджидает кот Дремот. Все это время мы были в агонии, а дверь закрыл он. Я это знаю. Я хотела его убить, но понимала, что не смогу. Мне казалось, он был очень рад, что осталась именно я. Тогда мы заключили сделку. Теперь мы заботимся друг о друге. Мы сообщаем другому обо всем, что видели. И сообщаем все ему. Ему, прототипу.
Вашу мать! Как это было напряженно! Мне очень понравилось. Огромное всем спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем эпизоде. С вами был Юджин. Не забывайте подписываться. Не забывайте про все мои соцсети. Если вам интересно узнать обо мне чуть больше, то иногда я там что-то бывает иногда. Редко сейчас. Потому что... Не потому что я не хочу с вами общаться, а потому что я хочу сообщить вам о действительно интересных вещах. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!